к язычникам, к христианам, к мусульманам и буддистам, дабы все познали любовь Твою безмерную. Аллилуйя! Ибо Ты сам сказал, что верующие в Тебя наследуют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на них, и адские мучения, гиенский огонь, не угасающий червь, не умирающий во веки веков. Будь милостив, никого не отпусти из жизни сей покаяния, продли еще мирное время и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Господи, мы молим о мире, даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить и достойно определиться в этом спокойном мире. Научи нас помнить о нуждающихся в нашей помощи, слепых, одиноких, обездоленных, покинутых. Господи, соделай нас щедрыми на подаяние. Аллилуйя! Господи, посети детей Сирии, покинутых. Пошли им все потребное, жалься над ними. Господи, Боже наш, мы просим Тебя, всемогущий. Ты, Господи, все можешь. Тобой сотворена земля и бесчисленные звезды. И Ты дал человеку жизнь, чтобы он искал Тебя и примирился с Тобою. Аллилуйя! Ты оставил свое Евангелие через святых мужей, которые писали под водительством Духа Святого, дабы обличить человека и привести его к истинному покаянию. Избави находящихся здесь, на дне адовом, от пьянства, разврата, табакокурения и от всего, что не соответствует жизни его, дабы не погибли люди в бездне беззакония. Услыши молитву, Господи, будь милостив к нам, вышли истинных молитвенников, чтобы люди помнили о нуждающихся в их помощи. Аллилуйя! Прошу Тебя, Господи, патриарху, епископам, священникам и пастве, даруй духовное рождение свыше и водительство Духом Твоим святым. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Прости меня грешного, прости мне мои грехи, соделанные в ведении и неведении, в уме и в помышлении, во дни и в ночи, а дня моего рождения до сего дня. Ты продляешь жизнь человека, ожидая его покаяния и ожидая добрых плодов, чтобы он не был, как засохшая смоковница. Аллилуйя! Господи, научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Избавь церковь от сребролюбия, что отталкивает народ. Помилуй наследие Твое. Пробуди совесть и дай страх правителям, дабы мудро управляли народом. Ибо строгое взыскание будет с начальствующих на суде Божием. И сохрани их от покушения на них, дабы издавали мудрые законы. Дабы народ жил в достатке, было из чего уделять нуждающимся. Только Ты это можешь сделать, Господи. Мы молимся о правителях. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Найди тех, кто утопает здесь в пьянстве, в наркотиках, в разврате, во лжи. Аллилуйя! Ты, Господи, открылся нам. Ты сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Но пророк Исаия говорит, и кто поверил слышанному от нас? Пророк Илия говорит,
Убили всех пророков. Остался я один, и моей крови ищут. Ну, а ты открыл ему, что еще 7000 остаток, которые неизвестны никому, которые молятся за этот грешный мир, чтобы Бог продлил еще мирное время. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! И кто изобрел этот канал, Андрей, обрати его, Господи, дай ему покаяние. В какую бездну сверглись люди, откройся им, ибо ты сам сказал, будет страшный суд последний, и судимы будут люди по делам своим, и одним ты уготовал рай и вечные обители и радость, а грешникам нераскаянным ад, гиенский огонь мучения и черни умирающие. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Некогда блудница Евдокия услышала, как из-за стены молился Герман монах, и она пришла к покаянию. Мы просим тебя, Господи, повтори этот подвиг. Мы не знаем, на какую землю пойдет это семя молитвы, но мы согласились искать падших. Кому ты откроешься, Господи? Услыши наши дневные и ночные молитвы. Если угодно тебе, Господи, пошли в дальние края благовестников твоих, в те страны, где не слышали о тебе, о твоей любви. Хвала тебе, слава тебе, честь и поклонение, слава и благодарение, ибо ты достоин всяческого прославления. Весь этот мир, земля, воздух, звезды и космос, сотворенный тобою, твоей рукою, и люди, глядя на эту красоту, не видят тебя, Творца, кто это все создал. Положи им на сердце открыть очи свои и увидеть премудрость твою во всем творении твоем. И более всего премудр сам человек, сотворенный тобою. Ты даровал ему разум и совесть. Хвала тебе, слава тебе. Помилуй нас, Господи, дабы волшебство исчезло из этого народа, дабы не верили ложным обещаниям и обманам друг другу. Слава тебе, Боже наш, дарую послушание детям, добрым родителям, знающим тебя. Господи, Боже наш, хвала тебе, посети плененных, в узах томящихся, пытаемых детей твоих по всему миру, дай им крепость устоять, и прими их, Господи, в обители вечные. Они, Господи, на тебя возложили свое упование. Аллилуйя! Хвала тебе, наш Господь! И земля в России обезлюдила, почти добрых людей, знающих тебя. Услыши молитвы наши о тех, кто позволил нам здесь быть. Благослови их. Мы просим твоего благословения на народ Израиля, России, Украины и Сирии, где идет война. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ты радуешь нас, когда новые души находят тебя. Мы печалимся, когда они отпадают и уходят в эту бездну греха. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами твоими. Ангел Христов, хранитель мой святой, и все ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, молите Бога о нас. Вы, святые апостолы, молите Бога о нас. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Ибо истину, если писать о всем подробно, то всему миру не вместить книг о любви твоей. Аллилуйя! Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящих ты тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши молитвы всех, молящихся о нас во благо нам, и исполни их. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них, путешествующих, больных, покинутых, обездоленных, томящихся. Спаси их и помилуй, и пошли им помощь благовременную, дабы никто не отчаялся. Помоги им, Владыка. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе. Услыши молитвы из монастырей, кто молится путешествующий.
и услыши их молитву, даруй безопасное движение на море, в воздухе и на земле, и сохрани людей от покушения на жизнь движущихся и находящихся дома. Мы к Тебе прибегаем, мы приносим к Тебе наши просьбы. Ты живой Бог, слышишь молитву живых людей в живой молитве. Аллилуйя! И мы жизнью своей и словом можем подтвердить любому, что Ты близко ко всем призывающим Тебя. Ибо Ты сказал нам через пророка Иеремию: «Воззови ко Мне, и Я услышу Тебя и поспешу на помощь к Тебе». Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Мы выражаем благодарность Тебе за все. Слава Тебе! Приготовь народ к великому посту, дабы в посте и молитве спросили прощения. Господи, мы особенно просим о тех, которые томятся в плену, неведомые нам люди, пощади их, дай крепость им, чтобы они устояли, не отреклись от Тебя, но и там были Твоими благовестниками. Благодарю Тебя, Господи, за тесные врата, которым Ты провел нас по пустыням и снежным завалам, в горах и на море. Ты везде хранил нас. Благодарим Тебя, добрый мой ангел-хранитель. Прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мы по мытарствам, и веди ее навеки вечно от Царства Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! О, вы все святые, молите Бога о нас! Услыши молитву нашу, Господи, услыши молитву мучеников Твоих, Игнатия Богоносов, Поликарп Смирский, Усин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец Пантелеймон и 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Вениамин Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя 666, ни на руку, ни на чело. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий, Иов Почаевский, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий Иннокентий, Николай Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит Господь веру православную, а ереси за блуждение развей и соедини всех в вере истинной. Аллилуйя! И вы, святые жены и девы, молите Бога о нас. Фёкла Первомученица, Фатина Самарина Февроня, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андроника Юни, Киприяна Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь женам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания. И них покоривость жен избави, исправь, как угодно Тебе, не лиши их Царствия Небесного. Я прошу особенно о тех, которые здесь находятся, из этой бездны греха, лжи и разврата извлети людей. Господи Боже нас, сжалься над народом, помутившим разум свой, всем, что недостойно, вдыхают и пьют, дабы чистым разумом могли принести раскаяние и жить с Тобою, и быть светом этому миру, быть как город на вершине горы. Аллилуйя! Соделай, чтобы Святая Библия была для нас главной книгой в мире. Из нее мы черпали ответы. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Будь милостив к нам. Прости нас, Господи, что не так было сказано и сделано в этот день. Ты судишь помышления и намерения сердечные. Ты всеведущий и всезнающий. Освети нас благодатью Твоей святою, чтобы мы ничем не огорчали Тебя, своего Господа и Бога, зиждителя всего видимого и невидимого мира. Аллилуйя! Господи, Ты озаряешь знаниями сердца людей. Пощади нас, Господи, что разум направили на худые дела. Исправь, помоги, услыши.
потуши злобу народов друг против друга, царство против царства, чтобы мы знали, что назначенное Тобой непременно сбудется. Ты сам сказал, избирая Авраама, благословляющий тебя будет благословен, а проклинающий тебя и потомство то будет проклят, чтобы никто не проклинал еврейский народ. Ибо Ты, Господи, предупредил нас, Ты и так установил, что через них дал нам Слово Твое. Они не знают Тебя, они распяли Тебя. Господи, пробуди их сердца, и разум их, и мудрость направь к горнему, к вечному, дабы Иерусалим был примером для всех городов. Аллилуйя! Господи, как много Ты даровал человеку, и особенно русскому человеку, такие земли с такими ископаемыми, с такими богатствами, и мы такие нищие и бедные. Утиши эту жадность правителей, пробуди их сердца, дай им слезное раскаяние. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе! Ты положил нам на сердце спуститься в эту бездну адскую и возвестить людям среди этого терновника. Быть может, найдутся те, которые откроют свои сердца и примут Тебя как Спасителя мира в своем сердце и скажут: «Царствуй! И Ты со мною, Господи, войди в сердце мое. Ты сам сказал, все стою у двери и стучу. И кто отворит двери сердца, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Как Ты осчастливил нас, Господи. Ты позволил нам открыть двери, заваленные грехами. Найди наших родственников, которые не познали Тебя. И тех людей, с кем мы живем рядом. В какой бездне они находятся. Как они страдают без Тебя. Непослушные дети, неверные жены, пьяницы, мужи и разбратники. Поспеши, Господи, исправь. Ты знаешь все прежде нашего моления. Мы не просим по плоти, ибо во всем мы избыточествуем. Ты даешь нам хлеб и воду. Аллилуйя! Господи, даруй каждому жилье. Услыши наши молитвы. Господи, земля зарастает без хозяина. Пошли добрых тружеников села и обеспечь их необходимым. Доколе мирное время и доколе солнце светит нам. Хвала Тебе, Господи, умудри всех хирургов, которые делают операцию, дабы они не ошиблись, и болящим даруй раскаяние, и благословение начальствующим, и разум их просвети, дабы жили они не ради сребролюбия и жадности, а ради служения Тебе и все, до самых больших начальников. Коснись их, Господи, потревожь их. Ты можешь и через сновидение подать им весть. Ибо внезапно умирает богач и оказывается в аду, и видит бедного Лазаря на лоне Авраамовом, и просит каплю воды прохладить язык свой, но никто ему не помогает. Ибо между праведниками и грешниками великая пропасть, которую никто не может перейти ни туда, ни обратно. Раскаяние приемлется только в этой жизни до смертного часа. Аллилуйя! Хвала Тебе! Вечная благодарность! Услыши нас, Господи! Мы благодарим Тебя на каждой ступени молитвы, просительной, благодарственной, и ступени высшее ангельское славословие. Мы поем Тебе Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Авва Отче, слава Тебе! Ты возвышаешь человека из брения, из праха, и посаждаешь среди начальствующих. Ты позволяешь открывать двери темницы и возвещать лето благое, благоприятное. Ты удостоил нас этого не по нашим заслугам, и не нам, но имени Твоему да будет слава. Ибо из ничтожного Ты позволил извлекать полезное. Хвала Тебе! Мы молимся, Господи, и просим Тебя, продли еще мир, дабы многие познали Тебя и обратились. Ты используй нас и наши таланты, дарованные Тобою, чтобы людям открыть истину, дабы они познали,
что Ты единый вечный Бог, и Ты даровал нам Сына Своего Иисуса Христа, единого во Святой Троице, который умер за наши грехи на Голгофе, который зовет нас к Себе и ныне: «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас». Только в Тебе покой, Господи. И мы испытали: Он дороже всякого богатства и всякой власти, быть с Тобою. Ты осчастливил человека, принявшего Тебя. Ты удалил страх смерти. Ты наполнил жизнь глубоким смыслом. Жить для Бога и для ближнего. Ты сам сказал: первая заповедь Твоя – возлюби Господа Бога Твоего всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью Твоею. Помоги нам это исполнить, и чтобы мы любили ближнего, как самого себя. Господи, открой всем, кто наш ближний. Это тот, кто нуждается в нашей помощи, израненные, покинутые, брошенные. Научи нас видеть их. И не ради корысти какой-либо, но только по любви к Тебе и к человеку, помочь ему. Слава Тебе! Хвала Тебе! Мы просим Тебя, Владыка, Ты сам сказал: просите о спасении души, что упослал добрых делателей на ниву Твою. Ибо поле заросло терновником, и по нему проходить нельзя, и такое поле готово к сожжению. О, Боже мой! Да не будет это с нами. Усмотря нас нечто лучшее, мы недостойны. Но мы просим Тебя, Владыка, Ты не презрел ни одной просьбы, когда был на земле. И по вознесению Своем Ты и ныне помогаешь ко всем, молящихся к Тебе не притворно, а искренно. Аллилуйя! Я Тебя прошу, Господи мой, Ты позволил прибегать к Тебе и высказать свои просьбы о родных, близких, не познавших Тебя. Откройся им. Найди их, как нашел и нас. Ты показал нам, какие трудности, поношения, клеветы ожидают. И за все это Ты обещаешь венец славы. Господи, прошу Тебя о гонителях, поносителях, лжецах, коварных людях, которые преследуют нас. Благослови их. Не смертью наказывай их, но прости им это, дабы в судный день они не погибли от своего безумия. Умягчи их сердца. Дай им истинное раскаяние. А нас помилуй. Ты сам сказал: возлюбите врагов ваших. И враг голоден, накорми его. Жаждет, напой его. Слава Тебе! Твои заповеди неземные. И кто хочет узнать, от Бога ли они, тот пусть исполняет их, и он это поймет. Слава Тебе! Хвала Тебе! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который Ты открылся мне в детском возрасте. Ты сказал, что Ты есть, и дал страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Слава Тебе! Прости, где я согрешал, в ведении, неведении. Прости! Но я благодарю Тебя, Господи, за тот день, когда Ты дал мне Святое Евангелие. Благослови тех людей, которые трудились над моей душой: Марию, Стефана, Александра, Михаила и Анну. Благослови в вечности. Господи, Ты знаешь врагов наших, которые непрестанно враждуют. Пощади их, помилуй. Открой им истинный свет Твой. Благослови друзей наших, содействующих проповеди Евангелию, облегчающему нашу жизнь. Воздай им добром и всей жизни, и в будущей. И посеянное нами семя здесь, в интернете и в книгах, сохрани. Да даст это обильный плод в свое время. Слава Тебе! Ты предупреждаешь нас, чтобы мы не вращали взор от Тебя. Ты сам говоришь: взгляните на начальника-совершителя веры, который вместо предлежащей радости претерпел крест и позор. Слава Тебе! Господи, Ты даровал людям смысл прославить Тебя и стихами, и песнопениями. Благослови их, украшающих наш мир. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, благослови наш труд на этот день и сделай этот труд полезным и безопасным. Аллилуйя!
Господи, слава Тебе! Благослови сие место и нас пощади. Аллилуйя, аминь. Хвала Себе за все Богу. Аминь. Вот у нас гости тут пришли. Так. Это у нас тут утренние молитвы бывают. Тут у нас большие ресурсы. Называется вот так. Открытым оком во свете Библии. Это YouTube. Там 14 тысяч роликов. А если подставите слово «сайт», зайдете на сайт. Поставите под двумя строчками, которые вверху форум, на форум. А если пожелаете по скайпу говорить, вот меня зарядите, фамилия, имя. Ладно. Все, мы отходим. Или у вас вопросы есть? Нету. Да благословит вас Господь. Слава Иисусу Христу. Все тогда, до свидания. До свидания.